sea, somewhere waiting for me. Родился, вырос в Махачкале, учился в средней школе, причем так получилось, что я поменял несколько школ. Школа номер 9 на редукторном поселке, школа номер 2. А потом был такой момент, когда практически 10 лет он просуществовал, появился Международный Дагестано-Турецкий колледж. Вот. В этом колледже я, в принципе, по рекомендации родственников, людей, знающих, поступил, учился. Вместе с тобой так вышло, учились друзья, соседи. Вот. Следом за колледжем встал вопрос, как перед любым молодым человеком, о поступлении в высшее учебное заведение. Следовательно, надо было выбрать факультет. Тогда, по правде говоря, долго думать не пришлось, так как в себе обнаружил определенные способности писать, сочинять. И, можно сказать, пошел по стопам отца, который в свое время был достаточно известным журналистом, тоже жил, работал в Дагестане, был членом Союза журналистов СССР. Но так вышло, что рано ушел из жизни. Вот. Таким образом, я попал на отделение журналистики филологического факультета ДГУ. Вот. Учился очно, на бюджетной основе, как и все, наверное, со студенческой скамьи, с первого курса познавал азы журналистики, специализировался на печатных СМИ. После окончания вуза, после армии, тем более после окончания колледжа, у меня были в том числе языки. Вот, я подумал, если я, значит, выдвигаемым требованиям так или иначе соответствую, если моя кандидатура подходит, то я готов провести переговоры. То есть была цель, может быть, попробовать поработать в качестве дипломата. Вот. По приглашению я приехал сюда. Вопросов возникло сразу очень много. Я почувствовал, как трудно здесь просто жить, если говорить про повседневку. Следовательно, все эти вопросы я решал друг за другом по очереди. Вопросы какие, вот, текущие, можно сказать, это жилье, это дорожно-транспортные расходы, это услуги связи, это элементарно, чтобы было по карману выбрать какой-то магазинчик, где ты, как правило, закупаешь продукты питания, другой магазин, где, как правило, ты можешь одеваться. Затем, наверное, как любой человек, я начал с того, что составил, в принципе, у меня это все было, но, что называется, пришлось подстроиться под формат, составить справку резюме, сделать массовую рассылку во всевозможные станции, чтобы обратили внимание, чтобы проявился интерес. В отдельных случаях мне звонили, меня приглашали, я встречался, я рассказывал о себе, я пытался заинтересовать, убедить. Сегодня я являюсь генеральным директором российского представительства медиахолдинга, медиахолдинг международный. Есть офисы не только в Москве, если говорить отдельно про Россию, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, а также в Европе, это в Берлине, в Амстердаме, вот, даже в Америке. Значит, свои средства массовой информации, газета «Таджики России», журнал «Таджикистан», интернет-ресурсы.
Пока я здесь, значит, живу, работаю, к сожалению, не часто удается выбраться домой. Но иногда, так было уже несколько раз, удается поехать в командировку. Командировку к себе домой. Вот. Где-то, где сталкиваешься с критикой в адрес Дагестана, в адрес Кавказа, приходится реагировать. Лично я, например, я не могу в нужный момент промолчать. Я, если мне есть что сказать, я скажу. Вот. Я, например, что я имею в виду? Какие-то ультранационалистические, радикальные, экстремистские группировки. Да, вот. И когда слышим, конечно же, и обидно, и бывает возмущаешься ввиду того, что информацию заранее искажают или откровенно дезинформируют. Я это замечаю как специалист, наверное, да, может быть, кто-то, кому-то труднее на это обратить внимание. Но, тем не менее, вот все, что в Москве сегодня есть, имеем во многом благодаря собственным стараниям, усилиям. Вот всегда бывает, наверное, так, приехал, тебя никто не знает, проходит какое-то время, кто-то, грубо говоря, сдается, возвращается в родные пенаты, кто-то, может быть, берет время на перекур, на отдышку, потом снова бросается в бой. Я говорю так, в шутку, жизнь – борьба, да, вот поэтому, наверное, каждый начинает с себя, да, вот, никогда не бывает так, чтобы кто-то пришел, подтолкнул, в конце концов, все сделал за тебя сам. Я не допускаю таких вещей, могу посоветовать от себя, просто советы стараюсь не давать, делаю это редко, потому что это все-таки большая ответственность. Но могу, опираясь на свой опыт, определенные взгляды, сослаться на это и сказать о том, что если человек решился приехать в Москву, если он решился тут жить, работать, он не должен бояться, не должен заранее настраивать себя, что ничего не получится. Он должен иметь в виду, что будет трудно, но только так можно идти вперед. Это своего рода лестница, когда шаг за шагом ты преодолеваешь каждую ступень, и у тебя движение вперед. Движение может быть назад тоже, но лучше вперед. Наверное, вот так вот. В целом, конечно же, это политика. В целом мы судим, мы так думаем сейчас о том, что есть анти силы, то есть силы, настроенные против Дагестана по каким-то мероприятиям громким, типа того, что было на Манежной площади относительно недавно. Но в повседневке, хочу сказать, я сталкиваюсь с людьми самыми разными, разных возрастов, разных социальных слоев. Люди различных национальностей, в том числе иностранцы, которые что-то знают, которые, может быть, ничего не знают. Есть, которые знают про Дагестан и думают про Дагестан плохо, есть, которые знают про Дагестан, думают про Дагестан хорошо, ввиду того, что видели хорошие примеры. Есть такие, которые вообще ничего не знают, следовательно, никак не относятся, держат нейтральную позицию. Есть такие, которые не знают, но уже думают плохо, оказавшись под влиянием вот этой информационной политики, которую некоторые средства массовой информации практикуют. Может быть, это установка, определенный заказ. Но как бы там ни было, вот мы, я, любой другой дагестанец в Москве на собственном примере доказывает обратное, что если мы люди порядочные, образованные, культурные, интеллигентные, разносторонне развитые, добрые, в конце концов, приличные, мы доказываем, что все это не так, что Дагестан, наверное, был и остается примером для всех остальных того, как можно дружить и не спорить, и всем все хватает. Вот я думаю, так можно было бы ответить на этот вопрос. Спасибо, Владимир. Баркала, вам спасибо.